Подключение жилых домов Вдутова Вуктырского района начнется с серьезным опережением сроков. Строительство газопровода планировалось завершить в 2021 году, а в итоге все будет сделано уже в ноябре этого. Республика профинансировала подведение труб до фасадов зданий. Дальше все зависит от населения. Всю жизнь в крупнейшем селе муниципалитета дома отапливали дровами и в газификацию верили с трудом. Так бы если газ был включил, и тепло, и хорошо. А сколько вот уходит дров на зиму? Подсчитывали вы когда-нибудь, нет? Ну, у нас уходит, бывает, даже 10, а то и больше кубов. Вот еще баня же есть. Дома старые, уже им более 50 лет, поэтому, может быть, из-за этого боязнь. И еще второе, что могут быть второе, это а вдруг прекратят эту газификацию, вот, не доведут до конца. Появлением газа власти региона обозначают перспективы села. К тому же в следующем году здесь должна открыться двери новая школа на 60 мест с дошкольной группой 20 мест.